Алай купила и собрала котятам, ну, котятам их не назовешь, конечно, кошадлам нашим вот такие штучки, вот. Но фишка в том, что они, короче, только вот на это окно помещаются, а на все остальные нет, поэтому у нас тут два ряда, вот. Лада уже свое место забукала, да? Да, девочка моя, твое место, моя красавица. Следующий. Кондо мяу. Может, надо еще одно кондо сюда бы? Что, Алексей? Вот, на самом деле, мне казалось, что эти штуки держать не будут. Но пока они держат. Все, у вас красивый вид. Вы будете с прекраснейшим видом. Да, Лада, расскажи, как тебе нравится Люксин? Люксинка моя. Люксинке уже 10 лет, моя подаушка. Дедулька наш. А это самая маленькая, самая молоденькая. Сколько Ладе? Годик? Два уже, два годика. Приятно. Самая с характером. Самая бесстрашная. А этот просто уже опытный. Ты мой сладкий. Чего, котики? Чего, котики? Ну что, мне кажется, им нравится. Ну-ка, посмотрите. На фотографию сделаю, на обложку. Сюда посмотрите, котики. Лада, Люксин. Лада. Мистер Мяу-мяк. Right. Дон. Ну чё? Котикам счастье. Вот и си хаг. No, I'm not good at connecting. Ну, как приконнектила, так и приконнектила. Упадет, заново приконнектила. А? Ну, when talk will be doing new, попадет. Подопа. Удобненько спрашивает. Удобненько, котикам удобненько. Мак? Тише, лопа моя. А папа груди носи. Фу, моя кулы. А мы сам тетю папа груди носи. Ты вредная, ты вредная. Ты какашка маленькая. Ай, ай, больно мне, ты чё? Она меня укусила. Какашка. Да так запрыгнут. Да, ты мой любимый. И ты меня кусаешь, что ли? Вы чё? Вы же обычно не кусаетесь, котики мои. Правильно, вот так. Ты какашка. Ай, ты какашка. Да не забираю я у тебя ничего. Да, говорит, можно в машину будет взять ее. Ну дай хвост. Ну дай хвост.
Хэппи-мел. Хэппи-мел. Когда ты включишь кондиционер, будет еще больше хэппи. Говорит, 30 килограмм выдерживают эти штуки. Но наши котики вот это 5,5. А это 20 выдерживает. Но Лада у нас... Сколько она весит? 3,5. Ой, ты какая! Нравится котикам. Так, у меня там кофе или Олег?